Добрый вечер всем. Сегодня, как вы видите, у нас легендарный Владимир Тарсуев. Добрый вечер, друзья. А вы сегодня первый раз у нас? Да, на этой замечательной программе первый. Мы так рады вас видеть, давно вас ждали. Вот, может быть, вы расскажете ваши планы какие-то ближайшие, на ближайшее будущее? Ну, ближайшее будущее, я думаю, что планы... Вы знаете, название передачи говорит само за себя, ТВ-шанс, да? То есть телевидение шанс, шанс для всех. Вот. А наши планы у нас, собственно, тоже. Мы идем прямо ногу с вами, потому что наш проект называется «Гараж Сараишкин». И у нас много, конечно, звездных исполнителей, и композиторы, и музыканты, и певцы. Но гараж – это гараж. И там может быть от «Мерседеса», ну, то есть от «Запорожца» до «Бентли» и так далее, и тому подобное. То есть выбор большой. Да, и, конечно, я не скажу, что у нас называется «Алло-шоу, мы ищем талант», это не так. Но мы точно совершенно знаем, что в нашей стране огромное количество талантливых, красивых, замечательных людей, исполнителей, танцоров, музыкантов и так далее. Поэтому, хотя я здесь сегодня первый раз, но я убежден, что не последний, и с большим удовольствием сегодня буду присутствовать и смотреть на ваши таланты. Спасибо огромное. Мы очень рады вас видеть. Надеемся, мы не раз еще с вами встретимся. Будем вас ждать. Будем ждать. Да, и может вы еще что-нибудь пожелаете все-таки нашим участникам? Ну, участникам, во-первых, все-таки у нас почти еще, хотя уже, да, а нет, мы можем говорить, что вот-вот наступил китайский год синей деревянной лошади. Поэтому, друзья, с Новым годом, конечно, всех и с прошедшим нашим, и с Рождеством, и с наступившим китайским, что никуда не деться, мы обращаем на это внимание. Ну, а участникам, знаете как, главное видеть цель и верить в себя. И тогда все получится. Удачи, конечно же, и добра. Все, спасибо огромное. Всем пока.